Ну что, начнем. Домик, море, кипарис. Вот. Палитра у меня уже чистая. Краски выдавливаются тоже никак попало на палитре. В этом нет порядка. Должен быть порядок. Понадавил, отбелил, идет. Идут теплые, самые светлые. Желтые, кадмий, кохром. Потом оранжевый, кадмий красный. Потом дальше идут земли и синие кобальты. И последний я черный пользуюсь краской. Лучше брать нейтральную краску, нейтральная черная. Только молчи. Краски есть теплые, есть холодные. Да, живопись вообще строится на отношениях теплого и холодного. Если есть это отношение, получается цветовая вибрация, которая воздействует на нас. Красок мало, много красок не надо брать. У меня картонка серая. Бывают белые, бывают картонки уже, когда какой-то тон на ней. Это называется имприматура. То есть уже изначально это как тональность у музыканта. Музыкант, допустим, там, ля минор, он уже в этой тональности. Сейчас мы понадавливаем красочек. Вот умбра ленинградская, очень хорошая краска. Мне кажется, ей пользуются все художники. Я вот еще не знаю, что я буду рисовать. Ну, как бы, у меня в голове нет никакой такой готовой композиции. Я буду импровизировать. Если вот вы будете работать маслом, то я рекомендую не покупать зеленые краски. Из зеленых, вот изумрудные, это одна краска, которая... Я считаю, очень хорошая. И с изумрудной краской можно получить любые зеленые. Хотя, в принципе, можно и без изумрудной обходиться. И через теплые, через умбры получать отношение зелени. Ну и ультрамарин. В кубиках краски, в принципе, выпускаются той консистенции, которая уже готовая для того, чтобы работать. Не обязательно и растворитель растворять. Но всегда начинается работа с первой прописки. Она делается жидко всегда. Почему? Потому что если сразу нагрузить холст большим слоем краски, то я сверху потом не смогу перекрашивать, мне будет тяжело, я начну пачкать грязь. Ну и все тени всегда желательно делать жидко, а свет нагружать. То есть там, где у нас освещенная стенка, она нагружается, пишется корпусно. Там, где тени, они пишутся всегда... Немножко попонятнее терминологию художников здесь. Корпусно трудно понять. Значит, корпусно и нагружено. Толстый слой краски. То есть я могу положить там более пастозно написать. Вот. А заменял один понятный термин на другой. Жиденько. Протирочками. Хорошо. Вот. Или, как это говорят, лессировкой. Лессировка — это тонкий слой краски, через который просвечивается холст. Вот. Вот, в принципе, когда работаете акварелью, то в акварели полностью на лессировках все делается. Потому что акварель такая краска. Вот. Растворитель я возьму скипидар. Вот это хороший растворитель для масляных красок. Он вкусно пахнет, потому что он натуральный. Когда иногда работаешь, то люди проходят, так, ух ты, как елками пахнет. Он пахнет елочками. Ну и надо всегда много тряпок или салфеток, потому что кисточки надо вытирать. Сначала я просто возьму из кипидара. Протру. Запах. Елки. Да, напущу запах. Вот. Ну и я не знаю, как может другие художники по-другому. Я, когда не знаю, что рисовать, так сочиняю, да, такая импровизация. Я беру просто. Или умбру натуральную. И начинаю делать композицию свою. То есть, что я? Провожу линию горизонта. Где-то
есть. Это вот может тут вот будет. Домик. А ничего не будет. Окошечко. Ну и без моря, как без моря, да? Мы же должны море нарисовать. Ну и нарисуем какие-то красивые облака. Вот, я так вот наметил. А дальше я буду пытаться засветить это облако, чтобы оно было светящееся. К примеру, вечернее. Серый тон, это уже не белое, уже есть отношение. Поэтому уже вот когда я беру цвет, он уже работает. Если бы это было на белом, то не было такого эффекта. Я пишу сразу пастозно этот цвет, а потом я его немножко счищу. Снизу облака немножко будет темнее. Ну, сейчас такой оранжевый свет я везде запущу, поскольку в закате он везде есть. То есть все отражает этот свет. И все находится под его влиянием. Море, которое будет у меня, вероятно, здесь сзади, оно тоже будет этот свет улавливать. Дом тоже он будет светиться светом. Тогда я так вот делаю, протираю. Кисточки надо вытирать всегда. Или иметь сразу несколько кисточек. Будем заниматься небом. В синем небе тоже присутствуют теплые всегда. Если писать небо только холодными красками, оно будет крашеное и неестественно. Потому что в любом самом холодном небе есть теплый цвет. Я вот так протираю, так чтобы немножко видно было холст. На переднем плане вода зеленей. Более мелко. Игорь, на переднем плане что? Ну, вода, она смешивается с цветом песка или камушков, поэтому сзади она более синяя на дальнем плане моря, а впереди море прозрачное, оно влияние всегда. Ну и опять волна, она просвечивается на песке. Поэтому часто так бывает, что... Растяжка, то есть. От светлого, и она постепенно темнее. Но у самого горизонта она не, море не будет темное, иначе картинка начнет выворачиваться наоборот. Самое светлое, самое теплое, самое контрастное, все на переднем плане. А чем дальше, то контраст будет меньше. Соответственно, если брать белый лист, он будет здесь самый белый, а если этот лист отнести там, туда к палатке, то он уже не будет такой белый, потому что будет влияние других цветов на него. Сразу напишем кипарис. Я сначала просто закладываю пятна. Я потом буду заниматься выпиской. Я просто сейчас компоную. Если надо засветить стенку дома, мне надо создать отношение, мне надо тогда сделать гораздо темнее дальний план. Тогда она будет на фоне плотных облаков светиться. Я могу вот так все сделать землю. Ух ты.
чересчур. Бывает, не получается, да? Снимаю. Снимаю, потом буду опять прорисовывать рисунок на водителе. Есть художники, которые сразу точно берут. Я знаю несколько человек, которые прям мазок кладут и больше его не трогают. У меня так не получается. Я много раз рисовываю. Когда Крымова спросили художника, как вы так вот рисуете, это вообще легко? Он говорит, да, говорит, надо просто взять нужную краску, нужный цвет, нужного тона и положить в нужное место. Все очень просто. Мы нарисуем домик и черепичную крышу. К сожалению, все меньше и меньше черепичных крыш. Тихонько нагружаю. То есть красочный слой. Больше. Но потом я все равно его опять счищу, чтобы он мне не мешал. Как бы я его счищу, но все равно в порах краска останется. Я таким образом потихоньку набираю сложный цвет. Я пытаюсь выстроить отношения между теплым облаком и холодным небом. Цвет начинает звучать, то есть получается вот эта вибрация цветовая. Кипарис у нас тоже попадает под влияние света. Он будет у нас тоже освещен, он будет теплый. Вот я желтую смешал с умброй, получилось зеленое. Что? Зеленые краски лучше получать в смесях, а не пользоваться готовыми. Есть ощущение, что на него попадает солнечный свет. На море сделаем волны. Барашки. Когда я это сделал, сразу, мне кажется, появляется оправданность вот такого заката, потому что это, как правило, ветреное было состояние таких облаков. Иногда я изумрудную добавляю в небо. Вот ей небо хорошо писать очень. Небо вечером немножко есть вот эти изумрудные тона. Причем я так протираю чуть-чуть, не везде, не закрашиваю полностью, вот как забор красит. И таким образом постепенно-постепенно набирается сложный цвет. Потому что небо, если смотреть, там не поймешь какой. Синий, оранжевый я там вижу, и розовый. Изумрудные бывают. Вплавляю, вплавляю, растушевываю, где-то наоборот опять подчеркиваю. Облака бывают списываются к горизонту плавно, а бывает, если они нависли, то у них низ облаков тяжелее. Плохо. Я окно влепил в центр. Это нехорошо. Поэтому мы уберем его. И вообще я сейчас попробую домик погасить, для того, чтобы светило столько облак. Так, чтобы
он светился только рефлексом. Рефлекс – это отраженный солнечный свет. Я сейчас возьму его, сделаю просто как стенка в тени. Стенка в тени, которая отражала свет. Тогда мне надо будет и землю сейчас гасить. И в этом случае облако будет лучше срабатывать. Потому что оно будет одно светиться, остальное все будет темнее. Весь акцент я буду оставлять один какой-то. Немножко в тоне она попадает в облако, да? А должна быть, в принципе, вот сейчас, если брать так грубо, то должно быть вот земля, это силуэт, все должно быть силуэтно. Вот. Это силуэт должен быть, чтобы принципиально разобрать. Это тоже должно быть темнее. О, засветилось море. То есть оно меняется по отношению. Как меняешь отношения? Я когда пишу, вот так сочиняю какую-то картину. У меня есть, конечно, композиция. Я делаю эскиз какой-то в голове. Но я очень много раз меняю состояние. От одного к другому. Мне не нравится, я его убираю. Пишу новое. Если мне новое сделанное не понравилось, я возвращаюсь к старому. Мне кажется, довольно. То есть это такая... Работа не быстрая. Я не умею быстро работать. Есть люди, которые умеют. Я всегда делаю очень медленно. Я тоже немножко медленно. Ну почему? Вот мне такой дом больше нравится, чем был белый. Потому что два акцента было. Один свет, другой свет. Они спорили. И лодка не нужна. Ну, в всяком случае, такая активная не нужна. Я весь акцент перемещаю сюда, понимаешь? Хорошая попсовенькая картинка. Да, такая благополучная. Для моей ламы вот так. Английская краска – это очень активная краска. Это термоядерная. Нет, кстати, вот, вот этот тон, мне кажется, хороший цвет для освещенной стенки, рефлексный, да? Иногда вот такие кусочки незакрашенные подсказывают, как дальше можно сделать, взять, какой цвет подобрать. Ну да, я делаю, потом вот так начинаешь счищать. Это делаю специально, чтобы, может, когда вы будете рисовать, просто разные приемы есть. Расчистить, а потом опять вернуть. Чтобы фактура была. Она не была тупо закрашена. Ну, вот она сразу выпадает. Она попадает в один тон с небом, и ничего не происходит. Надо вернуть. Сделать принципиально домик темнее. И говорите, как погромче, я ничего не слышу. Ну, вот я попробовал вернуть, и стенка по тону стала попадать в облако. Материальность сразу пропадает. Если будет ошибка в тоне, то море будет казаться землей, там, или небо не будет небом. Вот. Верно взятый тон
дает материальность всегда. Я один раз писал холст и писал стенку. Вот. Но по тону я ее не добрал, и она была не стенка, она казалась морем. Это было мне подсказка, я решил изменить всю композицию, и вместо стены сделал море, и получилось офигенно красиво. Это, ну, была, казалось бы, ошибка, но я ее увидел и подумал, а почему, что обязательно стенка? Я взял эту стенку, убрал и сделал какую-то там бухта, море, кот сидит на стене. Получилось очень хорошо. Бывают такие, незапланированные. Бывает так, что вот у меня на палитре фуза. Фуза – это когда я порисую, а потом все счищу. Вот эта смесь вот этих красок. Она бывает очень цветной и красивой. Фузой, я рисую фузой, я не выбрасываю фузу никогда. Это вот Лариса рисовала, она говорит, я тебе фузы оставила. Я сейчас попробую фузой взять эту стену. Иногда просто вот можно брать так, положить ее. Она будет цветная и красивая. А она хочет. Что, не высохнет, если ее оставить? Высохнет. А, это сейчас, она недавно, да? Да, она рисовала. Вот, получилась еще и фактура. Угу. Потому что в масляных красках надо пользоваться фактурой. Где-то пишем гладко, а где-то специально делаю пастозно, чтобы шероховатая, чтобы была поверхность. Она тоже будет говорить о материальности, допустим, стенка шероховатая. Если я такое сделаю на небе, то это будет не очень хорошо. Небо будет нематериальное. Она такая живая. Хотя тоже по тону попадает сюда. Надо будет еще эту проблему тоже решать. Надо будет либо здесь делать темнее, чтобы стенка вышла на фоне неба, стала более светлой, либо наоборот, небо делать светлее, чтобы стенка, дом читался силуэтом. То есть вот это вот такие проблемы, которые надо всегда решать. Если сейчас залезть в эту фузу, темная такая, сейчас попробую сделать сзади очень темно. Для того, чтобы понять, как мне вообще лучше поступить? Сделать более напряженное небо дальнего плана. А кто-нибудь видел океан? Я помню, оказался когда на океане, я завороженный сидел, наверное, целый час смотрел на эти волны. Это потрясающая мощь. Черное море после этого океана кажется лужей. Ты действительно прям ощущаешь дыхание, мощное дыхание какой-то такой стихии. Вот. И я думал, что вдали острова, а потом посмотрел, это не острова, это поднимаются волны огромные. И потом с них медленно-медленно вот эта вот пена, барашки, когда вал заворачивается, и ветром с него начинает сносить пыль. И вот эта пыль летит, и такое впечатление, что зима вообще-то. И на целый километр где-то сплошной пены, вот это белое такое месиво. Те вещи, которые были написаны с натуры, вот мы вот этой весной, вот Лариса приезжала, прасывала, рисовала, мы вместе там ходили в Херсонесе, и я эти этюды привез, я их одел в рамочки, они стали красивые такие, благополучные. Что когда пишешь, еще даже не всегда понимаешь, получилось или нет. Иногда смотришь, думаешь, ерунда, закидываешь куда-то в угол. А проходит там год, может полтора работы, перебираешь, смотришь, думаешь, чтобы сейчас, ну-ка сейчас вот эту буду или эту. И вдруг попадается этюд, и думаешь, странно, что он мне не нравился, хорошая вещь. Где-то раз-раз подправишь немножко, а может даже ничего не трогаешь. И хорошо, потому что этюды, которые вот я их сделал и больше не прикасался, и они мне нравятся, это крайне редко. Это редкая удача, когда этюд получается вот раз и все. И ничего не добавить. Как правило, я их дописываю. Спасибо. Спасибо, Игорь. Пожалуйста. Спасибо. Дай, пожалуйста.